Николаевские голуби опять шмалят. Бакинцы-разведчики. Сейчас еще пойду накину. Дерутся, я надеюсь. Жжение. Двое, трое. Задернись. Поясатый он хорошо стоит. Белого не кинули, ёпарися ты. Не полетал. Пять минут полет нормальный. Вон она одна выше них аж стоит. Жарко. Моя сладенькая стоит, хорошо так. Самое главное, чтобы как мраморная не ушла. У нас константиновские голубеводы не отдают голубей. У них никогда нет. Если попало тоже. Пускай держат на здоровье. Хоть видят, что у кого голуби летают. Голубочки мраморные, можете вырезать пол груди. У нее там метка есть. Можете вырвать пол груди и посмотреть, у нее там хорошая такая метка, заметная. Ну, если вы заметите меня.
Поясатая молодец. Ну, 5 минут стоит он она. Сиреневый летает вот так. Еще голубочка будет. Где она? Хорошо, вон она. Если вышла, уже вышла. Все. Правда, плохо что-то снимает.